Продолжим. Талантливый молодой скрипач Руслан Турунтаев встретился с воспитанниками республиканского центра «Балдаурен». Он не только прослушивал выступления юных талантов, но и на правах старшего товарища отвечал на вопросы маленьких скрипачей. По его словам, он сам когда-то проводил здесь летние каникулы. Не забыли об этом и руководители учебно-оздоровительного центра. Музыканту вручили премию «Джаз-патриот». Отмечу, в свои 18 лет Руслан уже дал 7 концертов в Мексике. В 2014-м он был удостоен первой премии конкурса имени Чайковского. После неоднократно выступал на больших сценах по всей Европе. Руслан признается, что в последние годы одержим проектом проведения большого концерта в Казахстане. На самом деле большой заряд энергии. И вообще мне очень понравилось, что дети такие же прежние, позитивные, какие были, когда я тут отдыхал в свое время. И я очень рад, что это сохраняется. В первую очередь, конечно, мне приятно играть перед своими в Астане, не только в Астане, но и по всей стране.